Дорабатываю свой культиватор с дисковыми окучниками для выкапывания картофеля. Подсмотрено в интернете, что можно вместо площадки вот здесь вот опорной ноги на лапе выкапывающей использовать, собственно, сами диски окучников. Они становятся на уровень земли, работают в роли колесиков и не дают погрузиться лишнего выкапывающей лапе. Получается достаточно эффективно. Лапа идет ниже уровня почвы, а диски ее держат. Диски сейчас стоят, несмотря на то, что на видео они смотрятся повернутые внутрь теми концами, на самом деле они стоят параллельно колесам. Так что они и выступают в роли колес. К лапе еще сейчас хочу приварить пару лучей вот здесь вот, чтобы она разгребала все-таки землю, которую поднимает. Ну а так, даже просто разгребая, она достаточно хорошо выкапывает картофель. Как-то так.